Я прибыл сюда, чтобы в этот такой торжественный день поздравить в первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны, которые вместе с вооруженными силами Соединенных Штатов Америки и Великобритании заставили гитлеровский вермахт подписать безоговорочную капитуляцию перед объединенными войсками, перед Советским Союзом и прекратить любое сопротивление на суше, на море и в воздухе с нуля часов одной минуты 8 мая. Одна минута — это уже в Москве было 9 мая. Если кому-то еще не ясно, то вот запомните эти факты. Если кому-то еще не ясно, что ваш подвиг был великим, неповторимым, то я могу сообщить, что именно благодаря вам Европа была спасена от фашистского порабощения. И на карте, на картах вермахта, на картах фашистской Германии, появившееся обозначение территории, где мы сейчас живем, не значилось. Там был Остланд. Кому не ясно еще, пусть читают. Ваш подвиг велик еще и тем, что он положил начало закату и вообще уничтожению колониальной системы. С 1951-1952 года закончила существовать колониальная система капитализма. Сейчас мы живем в другом мире. Вас, ветеранов, осталось мало. Я прекрасно знаю, что ветераны Латвии, кто боролись на фашистской стороне, получает различные пособия, вы не получаете. Спасибо России, которая вам хоть что-то, хоть чем-то помогает. Не унывайте, у вас много сторонников. Растет новое поколение, которое примет от вас эстафету и не даст возрождаться новым различным фашистским идеям. Один из претендентов на должность сейчас комиссара Европейского Союза, немец Шульц, сказал, что если он будет избран, он сделает все, он предупреждает, призывает всех не допустить опять возрождения различных форм фашизма. А он есть. Это неофашизм. Это нацизм, чрезмерная националистическая нацеленность. Эти люди носят в себе жажду реванша. Это мы, люди, жители планеты, мирной планеты, не должны допустить такого рода возрождения. Я поздравляю вас всех с праздником и последние слова обращаю к молодежи. Молодежь, изучайте историю, правильную историю, неполитизированную. Учитесь у своих родителей, у бабушек, у дедушек. Они создали ту историю, которая дала возможность жить нам в этой Латвии, которая сегодня есть. С праздником и всего вам самого-самого доброго!